Yeah. Раз, два, три. Сейчас жилетки, ты бы сейчас боишься без жилетки. Ой, сори, прости. Глаза попала немножко. Клевый. Я сделал пузырьки тебе, смотри. Давайте на мокрую шапку. Все было мокрое, голова. Так, туди назад, там сильно глубоко. Ты нас слышишь? Там глубоко. Не заплывай далеко. Далеко. Thank you.
на спине лежать ногами. Я не боюсь такого. С жилетом я не боюсь такого. Жилет, ты боишься? Thank you.
Гарик, назад, назад, назад. Там слишком велико, чтобы нас не утянуло глубоко. Где я? Где ты стоишь? Да, здесь хорошо. Ты прямо как в бассейне у себя. С вышки. Хочешь на меня как с вышки прыгнуть с меня? Пока еще нет. Чтобы я нырнул в воду. Я хочу, чтобы ты был, чтобы я опять. Я положу камеру, я тебе под... Ой, кепка улетела. Ты не ожидал, что я тебя попрошу? Это страшно. Неожиданно было. Надо закрывать глаза. Одень кепку. Хочешь вот так можешь одеть, если не мешает? Назад, назад чуть-чуть.
Андрей, ты хочешь кушать? Пожалуйста, оденьте. Делаю так.
случилось, зайка? У тебя был в руке все это время? Да, что ж ты не оставил? Ну, теперь надо нырять будет, значит, с маской находить его. Тихо, 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 спокойно, вы не расстраивайся. Опять найдем другой кристалл. Сейчас. Никогда не найдем. Я хочу найти кристалл. Ну все, еще ныряй, ныряй. Ты всегда нырял? Кстати, уже лез. Я маску оденем. Ну найдется кристалл еще, не страшно. Спокойно. Я не знал, что у тебя в руке все это время был. Ты столько плавал. Я думал, ты его на берегу оставил. А как ты его уронил? Ты его уронил, отпустил, да? Ты меня уронил! Я уронил. Ой-ой-ой, прости меня. Я тебе дам другой кристалл. У меня есть еще кристалл. I promise. Дома? Дома, да. Красивый очень кристалл. Даже два. Два кристалла? Да. Ну что, вылазить будем или еще поплаваем? Ты не замерз? Банан нашел. Ну давай. Морской банан. Ты поймал банан океанский. Так я хочу, чтобы ты плыл. Соленая вода в рот. Там банан. Какой еще банан? Чего скушать? Банан, соленого банана. Не, но внутри же он нормальный, я думаю. Эй, лови Thank you.
штанину вместе. Почему? Ну, причем я буду пачкаться? Мне что, идти в машину? Да будет в песке. Посидим и поедем. Мама там скучает за нами. Вскрой, Гарик, иди сюда, быстрей, пошли смывать и лечить будем. Гарик, быстрей ко мне иди. Печет? Лиза, подойди в воду, выйди, я смою. Можно? Ну, позвоним ему, если он закончится, можно его взять. Единственное, что надо вторую машину, второй корсит взять. Или чтобы он приехал на своей машине. А у тебя есть второй корсит? У дедушки можно взять. Я же корсит у дедушки на машине и у нас. Я думаю, что у Диона в своей, в его машине есть корсит. Приезжает мою машину, да? Да, вдвоем будет ехать в одной машине два корсита. Да. Или он на своей машине должен ехать. А он же не знает, куда ехать. Ну, мужская. Может, возьмет маму свою, папу. И с кем он там будет, да? Да. Или с нами. Я за ним могу присматривать. Я тоже. Я за ним буду присматривать. За тобой самим надо присматривать. За вами двумя, видишь, надо присматривать. Вы же оба мальчики. Знаешь, мы будем делиться удочками. Thank you.
переставить вещи повыше. Это не будет больше. Ну, я думаю, что волна может там, где мы с тобой сидим, еще пойти. Сейчас идет прилив, это ближе и ближе подходит. Нет, оно не будет ближе. Будет, будет. Волна то вверх, то вниз. Нет. Когда отлив, как раз там песок есть. А когда прилив, даже здесь волна. Помнишь, как мы когда с тобой ходили на курсе, продул? Сильный-сильный прилив, и воды было очень много. А потом вода отошла, и мы с тобой гуляли, там был остров появился. Помнишь? Остров? Да, мы на остров тогда, помнишь, пошли? А потом этот остров утонул. Было много больших прилив, поднялась вода. А, я думаю, остров. Остров. Не дам в обиду. Я тебя очень люблю, и я тебя не дам в обиду. Все, что я хочу, чтобы ты научился плавать быстро. Я умею плавать. В океане ты не умеешь пока еще плавать? Почему не в океане плавать? Надо плавать и в реке, и в озере, и в океане. Плавать. Ты умеешь плавать, ты можешь плавать всюду. А если не умеешь, то как-то чуть-чуть там, пока еще ты только учишься. Вон, он, видишь, там плавает один, вот он умеет плавать. Он далеко плавает, ни круг, ни ласты, ничего, просто плавать умеет, видишь? У меня жилет не туда, я тебе обещаю, я смогу туда дойти. Нет, я жилет, настоящий плавать не жилет, чтобы тебя держала. Плавать не жилет. Я тебе обещаю, я плаваю сам на коне. Это не считается. Мы же в жилетке тебя держат на воде. Я говорю плавать, а не быть в жилетке. Это разные вещи, понимаешь? Бэбики могут... Это даже любой бэби может плавать в жилетке. Жилетка же держит. Ничего не надо делать. Просто держи себя, жилетка тебя держит. Вон дядя, видишь, плавает? Вот это значит плавать. Его не, у него нет ни жилетки, ничего. Ты еще больше не хочешь или хочешь? Ты задаешь? Ты можешь. Вот и возьмем себе. Переставим вещи повыше. Thank you.
Ты тоже скуешь, тебя тоже бабы. Трогай, трогай, трогай. Перестань! Это акула тебя за ночь сделала. Нет? Сейчас. Я балуюсь с тобой. Я скручу за ногу. Это акула такая. Да нет, я его дергал. Хорошо. Хорошо. Правда? Почему? Медуза укусила, еще болит? Да внизу. Внизу? Вот здесь? А где? Вот здесь? Нет. А
Ничего нету. Главное, что есть такие медузы, которые его еще могут ужалить, ущипнуть. И ничего нету? Ничего нету. О, краб там был. Там был краб? Вон! Да, сел от краба. Медузы какая-то очень. Бывают медузы, которые могут укусить больно. Все еще болит? Все еще болит?